4 октября стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Это ученые Ардем Потапутян и Дэвид Джулиус. Они открыли кожные рецепторы осязания и температуры. Джулиус нашел в коже нервные окончания, отвечающие за восприятие тепла и холода. А Потапутян открыл совершенно новый класс рецепторов, которые реагируют на давление. Ардем Потапутян – ученый армянского происхождения. Нейробиолог родился в Бейруте, а позже эмигрировал в США, где и начал всерьез заниматься научной деятельностью. Именно он задействовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс датчиков, которые реагируют на механические раздражители кожи и внутренних органов. В публикации Нобелевского комитета отмечается, что эти прорывные открытия положили начало интенсивной исследовательской деятельности, ведущей к быстрому расширению обычного понимания того, как наша нервная система воспринимает тепло, холод и механические раздражители. Первым армянином-обладателем Нобелевской премии является американский климатолог Дорк Саагян.